привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю салат из свеклы. Салат без майонеза. Я называю такие салатики салат на скорую руку, потому что готовится все очень быстро и получается очень вкусный и красивый салатик. Салат я буду собирать в салатнице. Мне понадобятся листья салата. Можно использовать салат айсберг румен. У меня вот такой салат, я его люблю, не знаю, как он называется по-русски. Либо также можно использовать пекинскую капусту. Салатик рвем на небольшие листики, чтобы было не слишком мелко, но в то же время, чтобы удобно было положить в рот. Количество листьев салата регулируйте по вашему вкусу. Один небольшой огурец, у меня он завесил 180 грамм, нарезаю на небольшие кубики. Я его очистила частично, чтобы просматривалась зелень. Две небольшие отварные свеклы нарезаю соломкой. Точно такой же салат можно приготовить со свежей свеклой. Единственное, что в таком случае свеклу нужно не нарезать, а натереть на корейской терке или на обычной терке. У меня сегодня вареная свекла. А пока я нарезаю, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты салатов на моем канале. Нарезаю 200 грамм сыра фета. Можно вместо сыра фета брать брынзу. Друзья, я рекомендую добавлять сыр фета в самом конце, чтобы свекла не успела окрасить полностью сыр. Так будет смотреться гармоничнее. Две маленькие луковички нарезаю на полукольца. Можно взять одну большую. Лук мы замаринуем. Разделываю его руками, чтобы было еще тоньше. Добавляю 1 чайную ложечку соли, 2 чайные ложечки сахара и 2 столовые ложки яблочного 9% уксуса. Заливаю горячей кипяченой водой. Перемешиваю и отставляю на 15-20 минут, чтобы лук промариновался. Пока лук у нас маринуется, приготовим заправку для салата. Салат у нас будет, как я сказала, без майонеза. Очень полезный, очень рекомендую вам его попробовать. В емкость, в которой мы будем смешивать соус, добавляю 3-4 столовые ложки растительного масла. Соус солю, соль по вкусу, перчу. Добавляю 1 столовую ложечку бальзамического уксуса. Бальзамический уксус можно заменить обычным яблочным уксусом 9%, либо лимонным соком. Немного перемешиваю. Сюда же выдавливаю 3 зубчика чеснока. И хорошо тщательно перемешиваю. Заправка для салата готова. Лук промариновался, процеживаю его через ситечко. Нарезаю зелень. У меня молодые чесночные перышки. Можно брать любую зелень по вкусу. Например, петрушку, укроп или зеленый лук. Все хорошо перемешиваем снизу вверх. Салатик готов, посмотрите, какой красивый и веселенький у нас он получился. И получаются такие салатики очень вкусные. Заправляем заправкой его непосредственно перед подачей, а не заранее. Это очень важно, иначе получится не так красиво, листики размякнут, другие ингредиенты тоже, и получится уже не так красиво и вкусно. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Ставьте лайки. Пишите мне ваши комментарии, не забудьте подписаться на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, всего вам доброго и до новых встреч!